Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Сладкий Мастер. По просьбе подписчиков готовлю постные блины на кефире, которые специально предназначены для жирных начинок. Блины не содержат масла и сахар, а потому любая начинка, которую можно завернуть в этот блин, будет еще ярче себя проявлять, нежели с классическими блинами. Особенно хорошо сочетается в постных блинах на кефире начинки жирной сметаны, взбитыми сливками, шоколадным маслом, шоколадной либо ореховой пастой, творожным сыром или сладким крем-чизом. Эти блины идеально подходят для приготовления торта благодаря упругой текстуре и отсутствию масла. Блинный торт не будет жирный и приторный, что очень важно, когда используете в качестве прослойки жирный крем. Больше преимуществ постных блинов на кефире я озвучу в конце видео, поэтому досмотрите рецепт до конца, он действительно интересный. И сразу хочу добавить, если кефир из холодильника, разогреть его в микроволновой печи. Для смазывания сковородки у меня кокосовое рафинированное масло, но вы можете использовать обычное подсолнечное или топленое масло. В яйца всыпаю соль, взбиваю миксером в течение минуты. В теплый кефир вливаю яичную смесь и перемешиваю ручным венчиком. Всыпаю всю муку и перемешиваю до однородного теста без крупинок. Вливаю кипяток и при этом непрерывно перемешиваю. Сковороду для блинов протираю салфеткой с маслом. На раскаленную сковороду вливаю блинное тесто и быстрыми круговыми движениями распределяю по поверхности сковородки. С помощью шпажки поддеваю края блина и переворачиваю на другую сторону. Друзья, я буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Блины смазывать сливочным маслом не нужно, если готовите с начинкой. Но поскольку я готовлю без начинки, то блины обязательно прослаиваю топленым маслом своего приготовления. Обратите внимание, какие тонкие ажурные блинчики получились. Большой плюс этих блинов, что они не прилипают друг к другу, а потому их можно заранее напечь, убрать в холодильник и на следующий день заправить начинкой или собрать торт, что очень даже удобно. Хочу всех поздравить с Масленицей и пожелать домашнего уюта в каждом доме. Спасибо за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.